Житель села Петровка Даир Ишанов около 15 лет занимается возделыванием земли и выращиванием пшеницы. Работу выполняет совместно со своей семьей, братьями и сестрами. Этой весной также провел необходимые агротехнические мероприятия и приступил к посеву зерновых культур. С 15 лет я сею пшеницу. Это нелегкая работа. Мы провели все агротехнические работы. В этом году влага была небольшая, поэтому зерно замачиваем на глубине 7-8 сантиметров. Работа идет днем и ночью. Полностью завершим посевную кампанию в течение 10-12 дней. Семья Ишановых работает во время посевной кампании, не покладая рук. Привлекают и детей. Мы работаем сообща с родственниками. Я специализируюсь на механизаторской деятельности и тяжелой технике. Вот уже как несколько дней вышли на посевную. Техника работает безотказно. Если мы качественно посеем зерно, то осенью получим хороший урожай. Работаю в две смены. В собственности малого крестьянского хозяйства три комбайна К-700, два векторного и два КАМАЗа. Обновлены посевные агрегаты. Камшат Такишева, Канбек Мухамеджанов, Дархан Мужибаев, Берег Манап, Кукшакпарат.